Это по три шара, да? Ага. Надо же отрабатывать выход, технику. Старт! Ушел! Паут! Старт! Аут! Стоп! Старт! Даня, у нас был заговор! Три шара, по потолок! Шара, дай ему выйти! Вторая команда, заходим! Игра! Он проигрывает, потому что у него амплитуда выхода большая. У него движение длинное, но не короткое получается. На самом деле, у нас такое ощущение, что перед каждым выходом он думает, откуда выйти. Да, да, да. Долго думает. Не, думать надо, но он реально долго думает. Это интуитивно, Дима. Ты должен понимать это в момент, когда ты уже начинаешь играть, перестраивать. По-моему, было, да? Нет, нет. Дайник, когда играл, я просто начал слушать по приходу шаров. Первый выход я делал именно вверх, потому что он лил только влево или вправо. Аут! Стоп! Игра! Маски нормальные, маска на голове хорошая. Она мне вползала. Леша, много думаешь, больше выходов делай. Больше двух раз не повторяйся. Да так, блядь, неинтересно, Андрей. Увидишь? Ему-то интересно, он бедненький, не знает, откуда вылезет. Ему-то интересно, у него паника, он не знает, где вылезти. Попал. Игра! Смотри, Кирилл, я тебе сейчас такую одну секретную хуйню расскажу. Резко сверху выйди, быстро справа выйди и займи позицию. Попадешь в нее. У него сила выстрела там, наверное, блядь, меньше, чем 300, да? Вверх, что-то, блядь, даже по звуку, слышишь? Сверху выстрел. Кирилл, сверху это сверху прям. Ростова нет, играет. Стой, Юль, стой, стой! Смотри, вот просто покажи. Давай. Ну играй. Вот, смотри, вот ты встал. Позицию занял, да? Ну, она, конечно, сейчас может попасть, потому что она все-таки не пришла. Да, вот ты вышел. Все, вот ты взял ее. Все, она не выйдет даже против механики. Не может. Стоп! Слишком безопасно от края сидишь, Лёш. Что-то было.
А, это дерево было, дерево. Готов. Все, 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 все. Поле. Знаешь, какой? Ствол не отпускать. Держи вот туда хочешь попасть. Не отпускай ствол. Куда хочешь попасть, туда и всегда держишь. Не отпускай ствол. Спрятался. Не Коля! Ствол. Не отпускай ствол. Стоп! Игра! Пока ты вылазишь на одну, игра, все надо поменять. Вот смотри, как игрушка. Надо изготовку менять. Ага. Постоянно. Вот видишь, уже почти не прострелишь. Игра! Поле! Игра! Я не помню, что это было. Я не помню, что это было. Я не помню, что это было.